Прекрасно. Я разбил свою тачку. Что может быть хуже этого? Ну что ж, с наступающим Новым годом тебя, малыш Джорджи. Дом моего детства. Я не был здесь 20 лет. Кое-где горит свет, но похоже, что родителей нет дома. У соседей тоже как-то тихо. Может, уже отпраздновали и легли спать? А меня вообще ждали? Может, где-нибудь спрятали ключ? Фу, как воняет. Нужно выбросить мусор. Вот и ключ. Тупой мальчишка! Ты опять забыл выключить свет! Пока ты гулял и веселился, мы с твоим отцом становились бедняками! Да, дом. Милый дом. Ладно, начинаем веселиться, несмотря ни на что. Изыди, тьма! Самое время включить праздничную музыку. Привет, дорогой малыш Джорджи! С наступающим Рождеством! Мы с папой поехали в магазин за продуктами и вернемся очень скоро. Уверена, нам есть что обсудить за праздничным столом. Господи, как давно мы не виделись, малыш Джорджи. Пока нас не будет, пожалуйста, поставь елку и укрась дом. А еще разложи продукты и приготовь курочку в духовке. Ты так любишь курочку, мой маленький мальчик. С любовью, твоя мамочка. Даже спустя столько лет я ненавижу, когда она меня так называет. Самое время украсить дом. Здесь явно не хватает рождественского настроения. Уверен, все двери закрыты. Мама всегда запирала их, когда куда-нибудь уходила.
О, это же мой медвежонок Спаркс. Родители запрещали мне с ним играть. Если ты еще раз прикоснешься к моим документам, малыш Джорджи, клянусь богом, я выпарю тебя! Осталась еще одна гирлянда. Нужно повесить ее на втором этаже. Самое время поставить елку и украсить ее. Мне что-то послышалось. А теперь займусь курицей. Ох, чего-то я устал. Нужно немного отдохнуть с дороги. Что за херня? Этого ключа здесь не было раньше. Не вздумай запирать дверь, маленький негодник! Я знаю, чем ты занимаешься, когда мамочка не видит! Встречу с родителями Рождество и утром уеду отсюда, и больше никогда не вернусь. Это еще кто такой? Какого хуя? Соседские детишки решили устроить розыгрыш? Нужно осмотреть весь двор. Никого нет. Может, стоит постучаться к соседям?
Господи, что я делаю? Посреди ночи ломлюсь в чужой дом. Мне нужно немного поспать. Ёбаный олень! Ненавижу ёбаных животных! Сколько я спал? Блять, совсем забыл про эту блядскую курицу. Мама, папа, это вы? Там все в порядке? Нужно выбросить этот обугленный кусок дерьма на улицу. Закрыто. Но кто ее закрыл? Пошла нахуй, сука! Эй, малыш Джорджи, я здесь. Иди скорее сюда. С Рождеством, сынок. 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 Что за чертовщина? Нужно осмотреть весь дом и забаррикадировать его. Старая отцовская камера. Откуда она здесь? Доски могут быть на чердаке. Где-то должны быть шурупы. Сыночек, любимый, открой дверь. Мамочка очень сильно по тебе соскучилась. Открывай скорее дверь, и мы поиграем в твою любимую игру.
Какой ужас! Нужно избавиться от этого ублюдка. На чердаке должен быть топор. Ты что, действительно убьешь ни в чем не повинного младенца? Да ты спятил, малыш Джорджи. Покончи с этим безумием! Разорви пуповину! Малыш Кларк больше не кричит. Что случилось с малышом Кларком? Иди скорее к своей мамочке. Мамочка же ласкает тебя. Как в детстве. Тебе же нравилось? Как мамочка заботилась о тебе. В моих родителей вселились демоны. Это началось еще в моем детстве. Мне кажется, его нужно как следует наказать. По-другому этот засранец ничему не научится. Иди сюда, малыш Джорджи. Мы просто поговорим с тобой. Нет, нет, мамочка, пожалуйста, нет! Мне больно, мамочка, прекрати! Хватит, Линда, у него пошла кровь. Соседи начнут задавать вопросы. Не будь таким слабаком, Стив! Или ты хочешь, чтобы твой сын вырос сыкливой девчонкой, как и его отец? Мамочка, ради бога, остановись! Я буду хорошим, только перестань делать мне больно! Ради бога! Бога не существует, идиот! Разве он допустил бы что-то подобное? Значит, я был прав. В моих родителей действительно вселились демоны. Вот почему они были такими жестокими. Я должен положить конец этому аду. Мне нужно изгнать монстров из моих родителей и обрести настоящую семью. Джорджи, это твой отец. Я пишу это письмо, пока они спят. Пожалуйста, изгони их. Спаси наши души. Проведи обряд и сделай так, чтобы они ушли. Святая вода в ванной комнате на втором этаже. Окропи каждый угол этого чертового дома. Мне нужно осветить каждую чертову комнату этого проклятого дома.
каждую комнату. Остался первый этаж, а затем чердак. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Они исчезли. У меня получилось. Спасибо, сынок. Ты освободил нас. Демоны больше не терзают наши души. А теперь иди и найди свой подарок, Джордж.
делаешь, Джорджи. Даже не знаю, с чего начать. А вот, если ты слушаешь эту запись, значит, твоя психотерапия закончилась, и ты полностью выздоровел. Это значит, что тебя отпустили домой. Мы с твоей матерью Линдой были ужасными родителями. Пока не появился твой братик Кларк, мы всячески издевались над тобой. Мы причиняли тебе боль. Мы очень жестоко тебя наказывали, и мы... Ой, в общем, это мы во всем виноваты. Я, конечно, могу оправдаться религией и тем, что нам просто снесло крышу от всей этой веры в Господа. Но разве тебе от этого станет легче? Уверен, что нет. Что мы натворили, малыш Джорджи? Что натворил ты? Когда родился Кларк, мы словно очнулись от кошмара. Все растаяло, как страшный сон. Мы как будто начали новую жизнь. Мы, но не ты. Твоя психика была разрушена, но мы не обращали на это внимания. Но несколько дней назад все изменилось. Нас не было дома. Малыш Кларк очень громко плакал, а ты взял топор с чердака и убил нашего сына. Боже, за что нам все это? Хотя я прекрасно понимаю, за что. Что ж, сегодня за тобой приедут из психиатрического отделения. Это должно тебе помочь, малыш Джорджи. А мы с мамой будем ждать тебя здесь, в нашем семейном доме. Прости нас за все. С любовью, твой папа. Джорджи, что ты делаешь? Нет, сынок, не надо! Прошу, остановись! Нет! Стив, Джорджи, что это за шум? О боже, прости нас! Нет, малыш Джорджи, нет! С наступающим Рождеством, малыш Джорджи! Ты готов к праздничному ужину? Я тебя сейчас как следует накормлю. И кто вообще назвал тебя малышом Джорджи? Что за дебильное имя? Эй, блядь, уронил вилку. И как я вообще мог напиться в свою первую рабочую смену? Хотя, хули, Рождество же! Мама, папа, вы здесь? Это я, ваш малыш Джорджи. Я наконец-то приехал к вам. Как же я по вам скучал. Где Кларк? Здесь есть кто-нибудь? Наконец-то я дома.